Здрасте. Всем, друзья, приветуленьки. Продолжаем играть в Золотой Колос. Очередной у нас рабочий день. И, в общем-то, работа на самом деле уже идет. Наш комбайн с трактором убирают поле. Классно, правда? Ладно. В общем-то, что мы сегодня будем делать? Я на самом деле сам не знаю. Знаю точно, что нам надо покосить вот эту вот полян. Давайте мы с этого и начнем. Сейчас поставлю косилку косить и расскажу, что к чему. Зачем я это делаю? Ладно, зачем я это делаю? В принципе, всегда мы ее косим. Но мы сегодня прям соберем траву даже сразу. Так, косилка. У тебя, в общем-то, все как обычно. Поле 18, едь коси, потом вернешься обратно, когда закончишь. В общем-то, что у нас вообще происходит? Давайте пробежимся по менюшкам. Начнем с животных. Коровник мы в прошлый раз все классно сделали, здесь все супер. У нас есть 1300 коровок уже. Уже продуктивные, дают нам молочко. В общем-то, все по-старому. У нас, кстати, есть здесь почти 150 кубов навоза. Можно все это дело и в компост, наверное, переделать будет, отвезти как-нибудь. Ну ладно, пока склад не забит, нечего брыкаться. Молоко есть, с молоком тоже все хорошо. Далее овчарня. У овчарни тоже все неплохо. Много у нас уже и шерсти. Не то, чтобы прям сильно много, но много. Здесь у нас 1000 продуктивных овечек и 700 молодых ягнят. На птицеферме тоже все прекрасно. 22 куба у нас корма есть. Прошлый день, по-моему, было 32 куба. Ну, в общем-то, на день еще хватит, но уже можно задумываться о следующей партии. Пробежался я также, друзья, по складам. И если мы откроем склад тюков на коровнике, то мы видим, что здесь и соломы много, 4 ряда полных сена, 2 ряда полных, 1 неполный силоса хватает, плюс в силосной башне он есть. То вот на складе тюков, который на овчарне находится, есть солома, есть силос. Соломы, кстати, тоже не очень много. А вот сена вообще кот наплакал. Поэтому надо немножко восполнить здесь запасы, хоть на чуть-чуть, на всякий случай. А потом уже будем копить. Поэтому сеном придется сегодня заняться обязательно. Если вдруг кому интересно, вот что у нас осталось на складах. Сегодня еще соберем риса и отвезем его на переработку весь. И льна соберем, не знаю пока что с ним делать, пускай лежит на складе. По факту вообще от всего этого можно избавляться. Пшеницу, может быть, имеет смысл перевести на комбикормовый цех нашим курочкам, чтобы было что кушать. А кукуруза, лен, канола, в принципе, можно от этого избавляться, можно продавать. Посмотрим, подумаем еще. Также, друзья, по заводам. Что самое интересное? Сахарный завод. Я, в общем-то, там все посчитал, чтобы сахара было сколько надо. Кстати, вот 660 кубов уже сделалось. Надо перевести это дело на завод соков и джемов. Он у нас тоже работает. Линия производства сока остановлена, можно ее запустить. В общем-то, сейчас к ней вернемся. Но вот делается джем из клубники. Сахар я туда периодически подвозил. Уже 335 кубов есть. Видимо, на следующий день уже закончит свою работу этот завод. Клубники много, это тоже прекрасно. Но, в общем-то, джем делается, тоже все хорошо. Далее сад плодовых деревьев. О, блин, сегодня придется этим заниматься. Ладно. Он находится уже в стадии отдыха. Значит, что мы здесь собрали? 115 кубов абрикосов у нас есть, почти 50 кубов вишни, 40 кубов грецкого ореха и яблок самое больше получилось, 139 кубов. Из этого, друзья, всего вишню, абрикосы и яблоки мы пускаем на переработку в сок, и когда она закончится, мы его весь продаем. Соответственно, джем продадим, и дальше уже будем смотреть по остаткам. Скорее всего, устроим гигантскую распродажу. Может, даже стримец проведем. На паровозике покатаемся. Грецкий орех тоже продаем. Он нам, не знаю, зачем я его вообще... Ну, ладно, я знаю, зачем я его выращиваю, потому что посмотреть, чтобы все было разное, но он в производствах нигде у нас не задействован. Хотя, может быть, когда-нибудь купим что-нибудь. Ну, на теплицах тоже все хорошо. Грунт я весь вывез, продал. Томаты, огурцы, баклажаны, клубника у нас все растет. В общем-то, ну, скорее всего, засадим опять то же самое. Вот. Вот с садиком придется сегодня там и компост вносить, и все остальное. Ну, ладно, придется так придется. Чего уж тут поделать. Хорошо, что я выгнал GCB-шку работать в поле. Не знаю, что мне так в голову стрельнуло, но это оказалось правильным решением. Да, что нам надо еще сделать? Нам надо вот этого товарища отправить, отвезти последний сахар. Два раза ему надо съездить, тут уже все даже прям настроено оказалось, так что давай едь, вези сахар на завод соков и джемов. Здесь у нас косилка уже все почти покосила. В принципе, можно будет заняться, наверное, сразу, не знаю, с чего начать, с сада или с поля этого. Ладно, это на самом деле все не важно. Вот этого товарища отправляем на сады.
Компостная яма загрузка пускай будет. Есть пока просто туда. Потом ручками там везде будем работать. Ну и вроде как по планам на сегодня все. Поля, конечно же, тоже еще надо будет убрать и засеять. Чем засеивать, я пока не знаю, еще не решил. Но, в общем-то, когда придет время это делать, я что-нибудь придумаю. Да, здесь, опять-таки, у нас будет льняная солома, поэтому надо будет ее убрать. Отвезти и сразу же затюковать и продать. В общем-то, ладно, погнали развлекаться, работать, смотреть что да как. Сейчас я, друзья, решил таки с нашего садика. Здесь придется мне вручную немножко поработать, потому что под каждое вот это вот дерево надо высыпать, под каждый ряд нужно высыпать здесь компост, это надолго. И здесь уж извините, но нужен автогруз, потому что заполняется, вы сами видите, с какой скоростью. Вот оно, заполнение начинается. И вот оно продолжает заполняться, точнее оно только не начало, но вот с такой вот скоростью оно заполняется и... На мой лично субъективный взгляд, это очень долго. И под каждое дерево тут можно реально задолбаться возить. Если это все делать большой бандой, то может быть, конечно, это и весело. Но у меня тут большой бандой, увы, не пахнет. Или к счастью. Боже, как это долго заполнять. Ну, короче, да, вы понимаете. Ставим автогруз, просто проезжаем здесь мимо, и он сам наполняется моментом. Компост. Сады, склад сыпучих грузов и сообщение о выполнении. Можно 20 здесь этих поставить. 20 раз. 20 метров. Да. В общем-то, погнал я это все дело высыпать. Значит, друзья, последний вот этот прицепчик я везу под один ряд, который осталось. Относительно быстро я, кстати, все это сделал и даже не сказал бы, что я тут задолбался возить этот гребаный компост. Вот сюда вот, по-моему, мы его выгружаем последний. Давайте на всякий случай проверим. Здесь удобрение 100%, здесь 100, здесь 100, здесь 100, везде по 100, все прекрасно. Далее надо защита от насекомых и защита от грибков провести все вот эти вот манипуляции. Для начала выгрузим компост 30 кубов. Как-то так, вроде прицеп хорошо рассчитан, 45, по 15, знаете, под каждый ряд. А с другой стороны, все равно остается лишним. Но это ладно, я птица не гордая, могу высыпать без проблем. Выгружаем оставшийся компост, в принципе, можно... А, это так не работает, я понял. Тогда выгружаем. Отцепляем вот эту нашу шайтан-машину, прицепчик, и поехали цепанем. Обычно я, конечно, для этих целей, точнее, я покупал маленький трактор, но ладно уже, приехали сюда на этом, значит, будем работать на этом. Разницы-то никакой особо-то и нету. Во, волшебная опрыскивалка. Только там вроде были какие-то косяки с погрузкой этой самой опрыскивалки, да? По-моему, надо было выгружать поддон. Или это починили? Нет, что-то как-то не сильно починили. Ладно, выгружаем поддон фунгицида и инсектицида по одному. Оставшиеся потом загрузим обратно. С поддона можно наполнить опрыскиватель без проблем. Можно его полностью наполнить, но вообще, если мне не изменяет память, то на весь сад нужно 1000 литров каждого из этих материалов. Ну, загрузим, ладно, полностью, мало ли где-то что-то не хватит как-то. И знать бы точную ширину, еще GPS настроить, вообще клево было бы. Ну ладно. Можно и порулить. Включаем круиз-контроль и понеслась. Да, ребят, на опыте уже довольно быстро я все это сделал. Пару раз туда-сюда обратно проехался, и все у нас готово.
Погнали, выгрузим, во-первых, то, что у нас осталось обратно на склад. То, что у нас в опрыскивалке осталось, выгружаем вот сюда. Опрыскивалку ставим куда-нибудь, где она и стояла, наверное. Вот здесь вот аккуратненько паркуем. Далее цепляем вот эту вот штуку обратно. Прицеп наш суперский, который классный, да. Разворачиваемся и говорим ему ехать домой. И он, в общем-то, поехал. Вот эту вот штуку. Сейчас трактор проедет, а то знаю я его. Обратно в склад. Бздынь. Готово. И вот эту вот штуку против грибков мы обратно в склад. Бздынь. И готово. Далее. Смотрим, как у нас все это дело прошло, потому что тут все зелененькое, тут все зелененькое, тут вот красненькие деревья, яблочек чуть меньше будет. Но, видимо, то ли слишком рано выключил я опрыскивалку, то ли слишком поздно включил. Жадность, знаете ли, ради пары литров вот этих вот, вот этой вот всей химии. С садами, в общем-то, у нас все прекрасно, влажность 42%, можно, в общем-то, ничего еще не делать. На следующий день подкрываем эти все штуки, поопрыскиваем водичкой. Тут, в общем-то, все, я молодец. Погнали развлекаться теперь с травой. Вот рис все еще не созрел, хотя вообще должен был уже. А еще час надо будет ждать, пока вода сольется, но он около 8 утра, в общем-то, созревает. Ладно, успеем, ничего страшного. Соберем все, не проблема. Тут у нас уборка почти закончена, но еще не закончена, поэтому... В первую очередь, что нам надо сделать? Нам надо, друзья, переворошить все сено, а также его потом заволковать. Для ворошения будем использовать сеноворошилку, это логично. Для этого она, в общем-то, и создана. Разворачиваем ее. Еще вот тут вот все, что у нас накосили, мы сейчас переворошим. Это вообще довольно быстро будет все сделано. Да можно даже без курсплея это руками все сделать на самом деле. По маршруту косилки сейчас по-быстрому проехать, и все будет четенько. Что-то, друзья, по сравнению с прошлой серией, такое чувство, что здесь этой травы вообще нету толком. Да, есть еще полянка вокруг, вот эта трава растет, но мы как-то привыкли на поле работать, поэтому работаем на поле. Поехали, отвезем теперь вот эту штуку на соседнее поле, там, где у нас солома льна, которую надо переворошить. Сейчас мы ее там тоже переворошим, но я уже курсплюю поставлю работать. Ну, кстати, почти убрано поле. Сколько? 1-2 проходки осталось. Мы поставим с другого конца работать, вот отсюда. И на этот раз уже курсплей со стартовой точки погнал. Он, в общем-то, вроде как быстро это все сделает. Хотя 27 минут написано. Ну ладно, нормально. Мы же возвращаемся к травке, к сену. Это все дело надо еще переворошить. И ворошить у нас поедет вот этот пацан. У него, благо, есть необходимые лошадиные силы. Хотя для этой самой... Точнее, не ворошить, а заволковать, да. Хотя для волковой жатки толком сил-то и не надо. С этим вообще кто угодно справится. Так, друг, давай. А вот отсюда... Со стартовой точки погнал. У него низкий уровень топлива. Это не очень круто, но вроде должно ему хватить сейчас на оставшиеся работы. Также сразу же вслед за ним отправляем опять-таки оранжевую вальтру. Она у нас посыпала известью в прошлый раз все. Хорошо поработала, тоже молодец. Что-то тут тоже с топляком как-то все не слава богу. Но вроде бы должно хватить. Один тюк у нас будет из соломы льна, но это ничего страшного. Потом то же самое, один тюк сена будет на соседнем поле. Мы через это уже все проходили. Так, с тебя, друг, мы отправляем по тому же маршруту, по которому поехала волковая жатка. Вроде как это вот эта штука. Поэтому давай со стартовой точки. На парковку ехать тебе прям точно не надо. Да, у тебя тоже низкий уровень топлива. Все не слава богу. Так, и что нам еще надо? Нам надо наш Урал с этим сам... платформой. Вот этот вот прекрасный. На нем мы поедем собирать тюки. Хотя пока первые там еще не сделаны. У нас закончил работу наш комбайн, поэтому надо будет съездить. Зачем я этот тюк подобрал, не знаю. Погнали его отправим домой. Между тем, кстати, 8 часов утра. Давай, выгружай последнее.
Почему-то, когда идет последняя вот эта выгрузка, он постоянно хочет отсюда уехать, и у него потом возникают какие-то проблемы с тем, чтобы подрулить. И последний вот тут, последний куб почему-то не выгружается. Я не знаю, как это работает и почему это так. Ну ладно, вручную доделаем. Так, ты у нас едешь просто разгрузиться на зерно выгрузка. И, в принципе, можешь ехать парковаться, пока ты закончил. Комбайн мы тоже с маршрута снимаем, все вот это дело отцепляем, все складываем, заводим двигатель и тоже отправляем его домой. Жатку цепляем, на дорожку выводим. Он у нас вроде как живет на парковка-косилка, если мне память не изменяет. Отправим его туда, пускай едет. Также 8 часов утра у нас стрельнуло, погнали посмотрим, созрел ли наш гребаный рис. Если созрел, то надо поставить спускать воду. Бздынь, созрел. Все, созрело, ура. Может, это случилось, конечно, не только что, а 10 минут назад я смотрел, по крайней мере. Тут мы воду тоже спускаем, и с этого чека мы тоже воду спускаем. В ближайшее время рис, наверное, выращивать больше не будем. Вроде как есть у нас некоторые потребности в других, скажем так, культурах, поэтому есть вероятность, что это поле я засею не рис, а может быть и рисом. Никто пока не знает правды. Так, ну и тут, в принципе, все понятно. Возвращаемся тогда собирать тюки. А их тут прям совсем немного получается. Так, друг, давай-ка мы тебя пока выгрузим вот сюда. Ты здесь явно лишний на этом празднике жизни. Погнали пособираем все вот это дело. Ну, здесь чуть больше, чем один прицеп, видимо, насобирается. Со всего поля. Что они так к этому топливу прицепились? Могут же съездить заправиться. Я ж не запрещаю. Один прицеп, в общем-то, есть. Тихо-тихо-тихо-тихо, не мешаю, не мешаю. Так, один прицеп есть, тут еще осталось сколько? 2-3 ряда будет. 3-4, если быть точнее. Погнали, пока вот это вот дело отвезем, выгрузим. Да, как видите, здесь 1,5 тюка осталось на складе. Соломы, кстати, не сильно много, но, возможно, мы пшеничку какую-нибудь сейчас вырастим. И будет у нас солома. Так, это мы дело выгружаем и возвращаемся обратно на 18-е поле. А пока мы съездили все это отвезти, уже закончилось волкование у нас. Сейчас перегоним его, потом пособираем. Так, дружище, давайте перегоним на другое поле. Прерываем тебе маршрут и поехали на соседнее поле. Вслед за ворошилкой тебя отправляем. Сразу 3 единицы техники, даже 4 у нас будет работать на поле. Из этого же самого угла генерируем тебе маршрутик. Все просто, со стартовой точки. Этот товарищ тоже закончил свою работу. С ним поступаем точно так же. Отвозим его на соседнее поле. Копируем ему маршрут от вот этого трактора. И со стартовой точки его запускаем. Вообще, в теории, если у них закончится топляк, они должны суметь съездить заправиться. Правда, я не указал, на какое поле им надо будет вернуться. Поэтому с этим может возникнуть проблема. Мы же, что мы делаем? Мы собираем оставшиеся вот эти вот тюки с этого поля по-быстрому. Да, не сильно много с этой полянки тюков получается. 12 штук, плюс 26 отвезли, 38. Ну, плюс один еще стартовый, если его можно так сказать. За которым мы сейчас поедем, тоже заберем. Стена у нас, первый вон тюк вывалился. Это у нас тоже овечкам пойдет, а не на продажу. На ткацкую фабрику или на предельную, куда мы там это все дело будем продавать. И отвозим это дело тоже овечкам. Боже, какой ты неповоротливый, Урал. Очередной срочный груз выпал. Крупа кукурузная. От срочных грузов мы отказываемся. Это неинтересное занятие. И мы приехали на овчарню. Периодически выпадают срочные грузы. Как-то вот интересных контрактов никаких не было. Был контракт, недавно выпадал на сахарный тростник, но его выращивать мне откровенно не хочется. Поставок давно не было, кстати. Ну ничего, скоро придет наше время. Тюки выгружаем и давайте глянем, что у нас тут на складах у овчарни. Ну, 160 кубов есть. С этим уже можно будет как-то жить минимально. Поехали теперь собирать соломку. С соломой, кстати, можно посчитать, сколько тюков куда мы повезем. Посмотрим, где там сколько места лежит. Сухая солома льна. В порт 182 тысячи литров можно отвезти. А это, кстати, 45 тюков. Нормально, можно целый прицеп туда везти. Даже больше. Ну, в общем, тогда собираем и отвозим. Пока у нас тюкуются тюки, можно, кстати, отправить сеялку работать. Почему бы и нет? Черт, там тоже топливо заканчивается. Почему везде заканчивается топливо?
пшеницу. Я таки решил, что мы повезем сеять пшеницу. Единственное, надо посмотреть, есть ли у нас семена пшеницы, а они есть, их хватает, все прекрасно. Это раз. Во-вторых, настроить товарищу автогрузик. Семена пшеницы, пожалуйста, загрузи, и выгрузить потом тоже семена пшеницы. Сдынь, готово. И курс плей. Вот из этой точки, друг, будь добр, все, у тебя все хорошо, и потом, конечно же, на парковку тебе тоже надо будет обязательно съездить. На поле 6-7 ты работаешь, бздынь, погнал. Все, у него все будет прекрасно, он досеет, будет пшеница, будет солома, будет все у нас хорошо. Зачем нам пшеница, я пока не придумал, но ладно. Тут, кстати, я уже почти тут насобирал целый прицеп. Плюс у нас еще вон впереди 5 тюков лежало, я их оттуда забрал. С 18-го поля один тюк я тоже забрал. Так что сейчас отвезем и заработаем кучу бабла. 25 и 26. Бздынь. Погнали в порт. Тут я уже не забуду. То есть точно 4-й бокс. Выгружаем и бздынь. 124 и еще 10. 134 тысячи. Отлично. Погнали еще собирать. Пока я, друзья, тут катался, порт у нас закончил работу наш электротрактор. Поэтому погнали его припаркуем на стоянку. Блин, ну клевый трактор. Не знаю, почему он некоторым людям не нравится. Это же вообще охренительный просто. Батарейка, кстати, уже наполовину села. Не сильно много заряда на нем хватает. Надо будет как-нибудь его зарядить. А я вроде же даже... Да, на карте вон она отмечена. Может быть, сейчас его поставить зарядиться. А то мало ли потом когда-нибудь он нам пригодится. И окажется разрежен. Будет прям не очень круто, поэтому погнали поставим его на зарядку. И что, ты не видишь трактор? Надо еще прям ближе подъехать. Во, загорелось. Соответственно, ставим заряжаться. Сколько? 5 минут, 2 секунды. Видимо, заряжается он тоже по Wi-Fi. Ну ладно, нас это волновать не сильно должно. Кого-то еще обслужили из техники. Что у нас тут? Насобирались нам тюки, чтобы съездить это отвезти. Ой, я двигатель не заглушил. Бывает. Собираем то, что есть. 16 штук, надо 19. В порту влезет еще 19. Но я думаю, это быстро будет. Два тюка, вижу, уже есть на поле. Соответственно, еще один затюкуется и повезем следующую партию. Бздынь, 18-й. Давай, друг, тебе совсем чуть-чуть осталось. Так, первый психанул, поехал на АЗС. И есть у меня подозрение, друг, что ты не знаешь, куда тебе ехать. На всякий случай поставим тебе здесь поле номер 6-7. Вот это сейчас тоже, кстати, психанет и поедет. На всякий случай ему тоже поставим здесь поле 6-7. А еще было бы неплохо, если бы он это сделал до того, как доедет до того места, откуда уехал вот этот товарищ. Это куда, дружище? Блин, сейчас может все сломаться на самом деле. Такое бывает. Ладно. Посев у нас пошел. Здесь тоже топливо скоро закончится. Надеюсь, он их не догонит. Пока они тут едут, давайте последний тюк сейчас заберем. И поедем продадим еще прицеп тюков. Текс, выгружаем. Бздынь, бздынь. 88 тысяч и еще 10. Лепота. 270 тысяч на балансе. Прекрасно. Не, ну ты, падла, шутишь, серьезно. Вслед за ним только тот вернулся, а этот тоже сразу поехал. Ладно, ждем, пока они вернутся, я дособираю туда тюки и встретимся уже тогда. Тогда, да. Надеюсь, Силка не догонит это дело, пока он съездит заправиться. Он там нормально, кстати, выехал с поля? Вроде бы нормально. Вроде бы даже едет по дороге и довольно-таки уверенно. Хорошо. Значит, один прицеп я решил отвезти не полный. Потому что все равно съездить надо будет два раза. Вроде как оставшееся все должно будет хватить. Бздынь, еще и сеялка поехала заправляться, но ладно. Там ребята уже почти закончили тюковку, поэтому все прекрасно. 83 тысячи у нас еще на балансе появилось, тоже хорошо. Ну и, друзья, ура, ура, ура. Мы наконец-то все это закончили, тюковка завершилась. Погнали продадим еще 17 тюков. О, как я ровно пополам рассчитал в прошлый раз. 17 тюков. Как обычно, в 11 склад, бздынь, и готово. 83 тысячи мы еще получаем, через 8 минут у нас созреют теплицы, поэтому поехали за рассадой. И, друзья, мы не будем опять изобретать велосипед, посеем, как и в прошлые разы, всего по 2 и 1 клубники. Как бы это тут попасть в этот гребаный... Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Только мы ни хрена не купили, да?
потому что стал я вообще неправильно. Томаты, огурцы есть. Берем еще одни огурцы, два баклажана и одну клубнику. И сейчас они здесь не заспаунились сзади. Блин, ну вот не везет мне. Все, вот так вот, готово. Выгружаем, привязываем ремнями. 5 минут осталось, примерно 5 минут ему ехать на ВТК. ВТК посадка, или вручную туда доехать быстрее будет. Ладно, поехали вручную. Я знаю, где можно сократить, где есть брод. А вот это, кстати, уже интересный контракт. Сейчас мы о нем тоже подумаем. Сначала доедем. Вы знали, что здесь есть брод? Но если что, короче, он есть. Так, теплички, здравствуйте. Надо тебя как-то так припарковать сюда, чтобы нажать на кнопочку P потом, и ты проехал через теплицу и сразу поехал домой. Легко. Вот, смотри, вот с этой вот точки мы тебе потом нажмем «Ехать в гараж». И ты здесь проедешь через теплицы и все посадишь. С этим, в общем-то, у нас все понятно. Восточный тепличный комплекс, 99%, еще примерно 2 минуты. Также, друзья, через 2 минуты у нас сольется вода. Через 3. Поэтому можно уже отправить туда вот этого вот товарища на 17-е поле. Пускай едет туда. Уже пора будет собирать рис. Оп, бздынь. Грунт второго урожая. Слушайте, а компост носить вообще сейчас не требуют? Я вот не знаю, как это работает. Надо будет пообщаться с товарищами-разработчиками. Или мы здесь внесли компост, и он вечно остался, но это нелогично. В общем-то, парковка Урал-Тягач. Нет, ты не туда поехал, дружище. Черт, стой, падла. Ладно, придется делать все руками. Ничего страшного. Бздынь. Все засеяли, ровно 9 часов утра, едь на парковку. К этому товарищу возвращаемся. Тебе надо будет съездить, поработать с комбайном на поле номер 17. Поле номер 17 и отвезти все на базу. Зерно, выгрузка. Стынь, погнал. Так, у нас после рассады осталось 335 тысяч, это прекрасно. Ну что, друзья, давайте разберемся тогда с контрактом, который нам прилетел. Что нам надо для этого сделать? Нам нужно рапсовое масло. Делается оно у нас на маслоэкстракционном заводе. Нужно его 79 кубов, 350 литров. Заводы, маслоэкстракционный завод. Времени у нас будет 79 часов, если мы сейчас начнем. Рапсовое масло. 80 кубов навскидку, 20 часов всего будет делаться, нормально. Нужно доставить 228 кубов канолы. Вопрос, сколько есть у нас канолы, потому что я знаю точно, что ее немного есть. Ее есть 280 кубов, так мы можем прямо сейчас тогда и забубенить все. 79-350. Маслоэкстракционный завод. 79-350, рапсовое масло. 79-351 закажем и привезти 226. Блин, стоимость, конечно, 124 тысячи, но ладно, сейчас деньги есть, поэтому все нормально. Вопрос, как за час это все дело туда отвезти? Ответ, в принципе, простой. Нужно взять прицеп на 45 кубов для этого. Оплатить у вас есть 1 час на доставку сырья. Это мы тогда дело закрываем. Контракт мы принимаем и закрываем. Он успеет, и как раз в следующей серии тогда его и выполним, отвезем. Жмыха еще тоже будет дохренища. Блин, этого жмыха у нас уже очень много. Так, товарищ GCB-шка, ты едешь... Так, давайте я вот сюда отправим. Ты нам пока нужен. Ты едешь работать с комбайном. Да, вы, конечно, в паре будете медленнее, чем тот трактор. Но тот трактор нам сейчас нужен. На поле 17 зерно выгрузка. Все, шуруй поехал. А мы перехватываем вот этот трактор. Давайте, в принципе, комбайн сейчас разгрузим, сколько тут в него влезет. Потому что все равно уже что-то он накидал здесь минимально. Тем более, все равно едем на базу. Блин, и у тебя топливо заканчивается. А я ж там так все хотел рассчитать четенько, чтобы загрузить. И оно само все сделало и привезло сколько надо. И с другой стороны, мы можем сами съездить заправиться. Тем более, все равно заправку сейчас проезжать будем. Боже, как долго ты здесь поворачиваешь, разворачиваешься. Да, я знаю, что можно выключить, разворачиваться в пределах поля, но здесь на самом деле очень узко, поэтому пускай он лучше разворачивается так. То, что он лишние 2 минуты это будет делать, в этом ничего страшного. Так, увозим, короче, весь вот этот рис, то, что мы здесь собрали, и поедем, да, через заправку съездим. Так, заправьте нам, пожалуйста, полный бак. Дынь. 470 евро за 400 литров. Ладно, более-менее нормальный ценник. Выгружаем рис, то, что привезли. И будем сейчас загружать канолу. Вспомнить бы, откуда она у нас на складе в таком количестве. Ну ладно, это не важно. Так, а теперь считаем. Вообще некрасивое число получается.
с учетом того, что 45 кубов у нас кузов, это значит, что одна поездка... Ему нужно сделать будет 6 поездок, причем одной из них всего лишь один куб 700 литров. Ладно, загружаем этот самый куб 700 литров. Блин, а сколько там точно было, не посмотрел. 717 литров. 718 даже загрузим. Пускай один лишний литрик у нас будет лишний, да. И далее говорим ему возить. Загружаться на базе, зерно загрузка, и выгружаться на маслоэкстракционном заводе на выгрузке. И возить, соответственно, канолу. И съездить тебе нужно будет всего лишь 6 раз, то так как первый не в счет, вообще, наверное, даже 5 раз. Блин, когда она там считает, на загрузке или на выгрузке? На выгрузке. Все, отправляем его на маслозавод, и вроде как все это дерьмо должно сработать. За 50 минут он должен успеть. Сколько тебе по времени ехать? 3 минуты тебе ехать туда, 3 минуты обратно. Короче, успеешь 5 раз съездить без проблем. Тогда, что у нас получается? Это поле у нас засеяно пшеничкой, а взойдет я его удобрю самолетиком. Также у нас собирается рис, там мы тоже что-нибудь засеем. Контракт начнет у нас выполняться, и в следующей серии мы тогда, видимо, будем кататься много на паровозике, потому что у нас закончится производство джема, скорее всего. Надо будет вот это вот все дело вывести, рис отвезти на переработку. Короче, много чучух-чучуха нас ждет. Может быть, это даже и стрим я устрою на эту тему. Вот. На этом, друзья, у нас все на сегодня. Спонсорам огромнейшее спасибо за поддержку, как обычно. Всем огромное спасибо за просмотр. Лайкусики, комментарии, мы все это дело не забываем. Если не подписан на канал, то подписывайтесь. С вами был Никита Дилей. Всем покаки.